физкультурном комплексе «Юбилейный» в Подрезково прошел крупнейший в Химках турнир по дзюдо. На татами собрались более 350 юных спортсменов из 15 городов России, в том числе из Москвы, Орла, Тулы и Курска. Честь своих спортивных школ отстаивали борцы 2008-2011 годов рождения. Для Химкинской федерации дзюдо это особые соревнования. Они проходили впервые. Федерация наша достаточно молодая, мы работаем всего 2 года. В нашей федерации состоит около 250 спортсменов. Вот решили провести турнир, помериться силами со спортсменами из регионов. Мы совместно с администрацией и комитетом спорта и по делам молодежи городского округа Химки запланировали, что этот турнир будет теперь традиционным и проводиться будет на территории городского округа Химки. Участник турнира с 6-летним опытом, 12-летний Егор Боханов, рассказал о своих эмоциях на соревнованиях. Гордость за то, что теперь такие крупные турниры пришли и городу Химки. По итогам турнира юные спортсмены получили кубки, медали и бесценный опыт.